Днями в Ізмаїлі на території Либ'яжого озера відбулася традиційна екологічна акція «Зробимо місто чистішим разом». Її мета – забезпечити умови для гніздування в цьому районі численних пташиних родин і нересту риби. Сегодня мы пришли для того, чтобы убрать Либяжье озеро, потому что именно сейчас очень важно это делать. Сейчас, ну, большинство птиц или строят гнезда, или уже сидят на гнездах. И вот ребята уже знают, кто проходил обучение, они знают, что, к великому сожалению, вот если есть пластик в окружении этих птиц, то они его просто используют для строительства своих гнезд, они его используют для, ну, кормят своих птенцов. И самое страшное, что если пластик попадает в организм птицы, она потом погибает. Організатором заходу виступили учасники проекту «Німецько-українсько-молдавський учнівський обмін і екологічна експертиза уздовж берегів Дунаю. Ефективний шлях сталого розвитку українського Придунав'я». Благодійний фонд, Агентство розвитку інвестицій Південного регіону і редакція молодіжного журналу «The Ismail Times» і ДГУ. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к измельчанам, которые проживают на территории вокруг Лебяжьего озера, и призвать их не выбрасывать твердые бытовые отходы на данный участок, плохо гадить там, где вы живете. В принципе, нужно любить свой город и принимать участие в таких акциях и помогать своему городу и экологии своего края. Понад 40 волонтерів, студенти Ізмаїльського державного гуманітарного університету, учні шкіл міста і району та городяни відгукнулися на заклик взяти участь у заході. Конкретно в сфере экологии я уже приблизительно год. Все началось с того, что я пошла на английский в СОУП, и мне сказали, что вот у нас начинается проект, связанный с экологией, возможно, тебе будет интересно. Для меня это было впервые, поэтому я подумала, почему бы не попробовать. И вот тренинг за тренингом меня все больше это заинтересовывало. Далее я просто больше в это углубилась, и на сегодняшний день очень много внимания уделяю конкретно этой теме. Було очищено дамбу, а також територію навколо озера. Один з найкрасивіших куточків Ізмаїлу набув свого первозданного вигляду. Місцеві мешканці бажають бачити своє рідне місто доглянутим та самі готові докладати до цього зусиль. І ця акція на Либ'яжому є тому підтвердженням. Я присоединилась к этой акции, потому что меня очень беспокоит экологическое положение города Измаила и, в частности, Лебяжьего озера. Я присоединялась сюда в прошлом, тоже была на субботнике в прошлом году. Мне очень понравилось, потому что я вижу результат. Зібрані побутові відходи вивезуть комунальні служби. Як зазначили учасники заходу, сміття стало набагато менше, ніж минулі роки. Значить, городяни стають свідоміше. Галина Величко, Ігор Коц, Ізмаїл, Бессарабія ТВ.